Добрый день. Сегодня хочу рассказать вам, как часто менять постельное белье. В интернете прямо настоящий заговор производителей стиральных и моющих средств, которые призывают как можно чаще, чуть ли не ежедневно, стирать постельное белье, наволочки, простыни, пододеяльники. Вот им же нужно продать свои стиральные средства. Немного отвлекаясь, расскажу, что там подавляющее большинство ингредиентов инертные, да, то есть они ничего не моют, не стирают. И как мне рассказывала знакомый директор по финансам, они даже специально меняли красные инертные гранулы в стиральном порошке на голубые, потому что они дешевле. А вот эти вот цветные вкрапления в стиральном порошке, они нужны только для того, чтобы создавать какую-то иллюзию каких-то там отстирывающих добавок. Вот, поэтому покупайте на самом деле самый простой дешевый порошок, там, я не знаю, в Ашане и еще где-нибудь. Вот, и он вам все отстирает не хуже дорогого. Вот, поэтому рекомендация стирать следующее. Наволочки раз в неделю, потому что с ними контактирует самая грязная там часть нашего тела. Это лицо, руки, потому что мы часто подкладываем, да, их под подушку, под щеки. Дальше идет большая нагрузка от нашего тела на простыню, поэтому раз в 2 недели точно ее нужно постирать. Ну и меньше всего мы загрязняем, конечно, пододеяльник, потому что его можно переворачивать, вообще говоря, поэтому он в 2 раза меньше загрязняется и меньше давит на наше тело, чем мы давим на простыню, и поэтому его можно стирать раз в 4 недели. Но опять же, все зависит от степени загрязненности вашей квартиры. Если вы ежедневно или там несколько раз в неделю протираете полы, то пыли мало и, соответственно, чище у вас постельное белье. Поэтому я бы рекомендовал обращать внимание в первую очередь на уборку дома. На моем канале вы можете посмотреть видео, как правильно без нагрузки на спину мыть полы, как стирать в стиральной машине подушки с перьевым наполнителем или с пуховым. Вот. Данный вантус, конечно же, вам не пригодится, это всего лишь символ нашего канала. Вот. Большое спасибо вам за внимание, экономьте время, деньги на стирке и глажке. Спасибо за внимание.